В январе 2019 года специалистами АРО «Госзаказчик» совместно с администрацией Русский государственный академический театр проведено уточнение работ по замечаниям, отраженным в перечне завершенных работ в период реконструкции данного объекта. По состоянию на 1 февраля 2019 года полностью скорректирована смета и направлена на государственную экспертизу, после проведения которой и окончательного утверждения объема работ и полного списка сметных работ в марте 2019 года будет подготовлено ходатайство о выделении необходимого объема средств на устранение всех дефектов. Устранение дефектов и замечаний по объекту Орловский государственный академический театр для детей и молодежи «Свободное пространство» будет осуществляться в 2019 году по подобной же аналогичной схеме.